Сегодня в Чебоксарах выбрали нового главу администрации. На внеочередном заседании Чебоксарского городского собрания депутатов народные избранники решили, кто будет занимать место сити-менеджера столицы в ближайшие 5 лет. Им стал действующий замминистра экономического развития Чувашии Денис Спирин. Напомню, на высокую должность в мэрии претендовали 9 человек. Заявку на конкурсный отбор подавали руководители различных организаций, предприниматели, чиновники и люди, которые к политике и бизнесу не имеют абсолютно никакого отношения. Специальная комиссия провела собеседование со всеми претендентами на высокий пост и к финалу допустила 2 конкурсантов. 34-летнего Олега Александрова, заместителя председателя горком имущества Чебоксар, и 40-летнего заместителя министра экономического развития региона Дениса Спирина. Он пришел на госслужбу в Минэк больше года назад. До этого занимал пост председателя правления банка «Мегаполис», а также работал индивидуальным предпринимателем. В ходе заседания депутаты единогласно посчитали, что Денис Спирин с ролью градоначальника справится лучше. Новоиспеченный сити-менеджер прокомментировал свое назначение нашему каналу и рассказал, в каком направлении будет выстраивать работу. Я намерен работать на благо нашего города. Мы услышали пожелание главы республики, именно чтобы город продолжал развиваться в направлении национального, так как мы находимся в Чувашии, именно поддержим именно культуру и также непосредственно поддержим экономику и социальную сферу.